типа это, ёбаный еблавоз, пидор, как можно так выигрывать, сука, заебал, и поставьте себе на рингтон, блядь. Респект. Я ж не захотел меня респектить. Фух. Пока что это только полуфинал. К. Эдж делает К. Не, Эдж делал Эвейт. Бля, как я это сожрал? Мне может кто-нибудь объяснить? Крыса. Вау, что это было? Блять, ай, какое говно. Ай, блять, с каким говном я сейчас. Я же замешу, пиздец. О, фух. Welcome to the stage of history. Да, мы знаем, кто такой Арфари Регра. Это Зига всея находки. Ёбаный пот, блядь, играет с этим Рафаэлем. Это пиздец. Ёбаный пот, блядь. Эш, поддайся мне, пожалуйста. Бля, нихуя себе, он успевает перебить. Блять, он по-прежнему мешит. А! Фух, он рандомно сел. Молодец, Эдж. Больше рандомно садись. Блядь, зачем я это сделал? Блядь! Блять, он рандомно сел. И я рандомно сел в ответ. Блядская рея.
такой ебаный плод, то играть, блядь, против него. Только вот такими рандомными, блядь, хуёвыми рингаутами и можно выиграть. А? Наконец он сделал бэшку. Бля, как это затречило-то, ёбаный в рот? Пиздец, и это еще я не смог отбэкдэшить. Охуеть! Блять, он опять рандомно сел. Сколько ж можно-то? Ху, блять, ха-ха. Бурр. Бля, пиздануться просто можно. Welcome to the stage of history retold. Да, крыса ебаная, блядь. Сука. Это вообще законно? Можно, можно персонажа менять? Меня не предупреждали. Бля, он начал еблавозить. Что делать, блядь, пацаны, он еблавозит. Помогите. Остановите. Охуеть! Это было, блядь, чудовищно странно. Упс. Unstoppable! Бля, пиздец. Ух, вот какой, блядь. Ну это ж дурак, он там мог выиграть против меня. Блядь, да зацепило.
добьет же, наверное. Пиздец, добило. Ре у меня получилось в постги из-за того, что я запорол АГА, блядь. И только из-за этого. А Эдж пидор. Взял и с контрпикал меня. Я в очередной раз повторюсь, я уже заебался на турнирах играть против Эджа. Это какой-то пиздец, блядь. На всех, блядь, турнирах я играю против Эджа. На всех, блядь. Фух. Да, я дотянулся. Да! Е-е-е-е-е!